В преддверии Нового года в доме семейного типа Луцкиных царит настоящая сказка. В гости к ребятам заглядывают глава администрации Ленинского района, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, представители Беларусьбанка и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. В адрес юных бобруйчан теплые поздравления и сладкие подарки, а также денежные сертификаты. Что дом семейного типа? Да, это, с моей точки зрения, это наиболее эффективная форма семейного устройства. Хочется сказать отдельно слова благодарности родителям, которые на это идут. Важность этого даже трудно как-то описать словами. Дом семейного типа на Красноармейской, 14, был открыт только в июле, а 9 ребят уже успели стать настоящими братьями и сестрами. Мы всеми силами окружаем их добром, заботой, подарками. Но когда еще дополнительно подарки, это же так приятно для детей. Ну и нам приятно видеть, как они радуются. Важных гостей встречают и в доме Карахановых. Здесь 10 задорных мальчишек и девчонок во главе с любящей мамой устраивают целое представление и окутывают теплом семейного очага. Каждому зрителю мини-концерта ребята дарят рукодельные игрушки и частичку искренней любви. А иначе нельзя, потому что мы команда, мы семья. Начиная уже с сентября, ребята готовятся к этой встрече. Это целый процесс, который не просто приносит радость подарка, но мы еще учим детей и отдавать что-то. Даем то, что у нас есть. Чистые сердца наши, наши какие-то подарочки сделаны своими руками, какие-то танцы, песни. То, что мы умеем. В ответ на такой праздничный прием добрые волшебники вручают маленьким хозяевам дома вкусные и денежные сюрпризы. Но самое ценное, что получает каждый ребенок в чудесные декабрьские дни, это трепетное внимание. Посещая семьи многодетные, детские дома семейного типа, понимаешь, насколько это важно для ребенка в принципе. Потому что каждый ребенок в эти праздничные дни ждет чудес. Он ждет, что к нему придет Дед Мороз, Снегурочка, что придут взрослые с хорошими словами, с хорошим настроением, с подарками. Чтобы они ощутили радость наступающего праздника Новый год, Рождества Христова, чтобы у них было много хороших положительных эмоций. Участвует наше общественное объединение в Беларусьбанке. Это Белая Русь, Белорусский союз женщин, наши профсоюзы. Добрые волшебники среди нас. Такие дома семейного типа – настоящее подтверждение. Чудеса случаются. Родители-воспитатели вкладывают в каждого ребенка частичку души и прилагают все усилия, чтобы дети чувствовали себя по-настоящему счастливыми и любимыми. Мы все очень дружные, мы друг другу помогаем всегда. Мы, если там праздники, мы все время надо подготовиться, чтобы было все аккуратно, красиво. У нас всегда какие-нибудь праздники, мы садимся всегда по вечерам с семьей и какие-нибудь новогодние мультики включаем. Благотворительная акция «Наши дети» окутывает добром каждый уголок страны. Сейчас, в преддверии самого сказочного праздника, важно уделять внимание тем, кто особенно в этом нуждается. Проект «Добра» будет навещать ребят до 15 января, но на этом приятные подарки не заканчиваются. Заботятся в стране о каждом малыше постоянно, ведь дети – это самое ценное. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.